Расположенный в старой части Бангкока Большой Королевский дворец, бывшая резиденция монархов Таиланда, поражающий своими размахом и красотой архитектурный комплекс, раскинувшийся на площади в 24 гектара и окруженный стеной, общая длина которой – более 2 километров. Строительство дворца началось в 1783 году, когда король Рама I решил переместить столицу государства Сиам, как прежде назывался Таиланд, из города Тхамбури, расположенного на западе страны, в Бангкок. Торжественное открытие нового дворца состоялось спустя всего 3 года со дня начала строительства, в 1785 году. С тех пор дворец служил резиденцией вплоть до 1946 года, когда после таинственной смерти короля Рамы Вии королевская семья переехала во дворец Читралат. На территории дворцового комплекса разместились сразу несколько ансамблей, непосредственно сама королевская резиденция, здание правительства, 95 пагод, королевская библиотека, сады и галереи. К северным воротам Большого Королевского дворца примыкает храм Изумрудного Будды, в котором находится самая почитаемая реликвия Таиланда, статуя Изумрудного Будды, который, как считается, покровительствует всему Таиланду. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.